It was decided before the match began. A mere commoner could never hope to match me in a duel. Well, no matter. A person unskilled can get something out of this club's reputation over the basics. Alan? Ведь не тот Алан, о котором мы думаем, да? It's you, Schwarzer. What a shame you arrived too late to bear witness my valiance in battle. And here it starts. And finishes. Letterman and Patrick have a practice match since Patrick kept whining about having his basics locked down. I had to say it by the brass got the skill to back up his big talk. And now I'm even more pissed off. Могу тебя понять, дружок, могу тебя понять. Ты через спокой приступить не можешь? Серьезно, Рин? Что с тобой? Ну ладно, это лучше, чем застрять в ней. Потому что текстура такая. Привет, Лаура. Как дела? Полагаю, она еще новичок, но... Неужели это настолько сложная цель? Я могу проплыть 50 арги с легкостью. Я могла проплыть 50 арги с легкостью, даже не особо втягиваясь. Ну, в чем бы ни было дело, но... Похоже, заставить ее достичь этой цели моя единственная опция. Для новичка, похоже, слишком серьезно. Да, инструктор из тебя так себе, девочка. Ладно. Я просто скажу, Лаур, не суди о людях по себе, понимаешь? То, что легко тебе, может быть сложно другим. Ты вроде умная девушка, должна это понимать. Ну. Я говорю с кучей пикселей, в смысле полигонов. До чего я дошел? Не то, чтобы это было в новинку, с другой стороны. Man got a letter from his siblings earlier. Whatever it said, it was serious enough to make him skip out on today's practice. I hope he's okay. Тебе норм? Swimming is way harder than I ever imagined. Worse yet, I'm starting to feel like I'll never get better. I feel like I'm just wasting all the time Laura spends teaching me. У меня была очень плохая озвучка, я знаю. Это было сделано намеренно. Да, ну так. Так, вот здесь еще квестики, да, должны быть связанные с книжечками. О, Фи, дороу. Как дела? Вот, дракош, знакомься. Это та самая овощная девушка, про которую тебе говорил. Говорит, с пикселем, если только кроссворд был чат. Ну так предложите тебе разговор, я обязательно ее поддержу. Добрый день, Фи. Ты пришла поспать? Ага. Меня все устраивает. Ну, залезай в свободную кровать. Вот тут бы точно пригодился смайлик Heavy Breathing, но, к сожалению, я его удалил. Но у нас все еще есть смайлики, которые очень хорошо могут описать эту ситуацию, да? Позволь мне заварить тебе чай и достать конфеток. Отлично. Здесь всегда приятно пахнет. Формалином, простите. Формалином здесь не должно пахнуть, там, да, я знаю. Немного успокаивает. Скорее всего, спиртом. Спирт, конечно, успокаивает, да, Фи? Уж... Учитывая то, что ты знаешь эту Сару, ты-то знаешь, что спирт успокаивает, да? Бедная девочка. Я понимаю, почему она так себя теперь ведет. Видите ли, у нее было очень сложное детство, потому что Сара ее знала, и, видимо, она просто тупо спаивала Фи, когда она была маленькая, и теперь вот она овощ. Грустно, в общем, да. Прости, Фи, ты не заслужила этого, но это все вина Сары, да, разумеется. Ты здесь ни при чем, все хорошо. Кстати, почему у тебя юбка серая, а у всех других девчонок она зеленая? В чем дело? Почему у тебя другой цвет юбки? Не то чтобы мне было принципиально, Фи, но просто интересно, почему. Тебе идет под цвет волос, конечно, а так... Неважно. I'm happy to think that even Fee joined the club.
It's always good to have something that you can devote yourself to. You're students after all, might as well make the most of your time here by trying all sorts of different things. Не, ёбка у всех, у Эммы зелёная и у Алисы зелёная, насколько я знаю. А, ну здесь не видно. У Лауры зелёная юбка тоже. Кто там скинули в чатик? Оу май. В принципе, неплохо. Так, это у нас зампринципал, если не ошибаюсь. Какая книжка ему может пригодиться? Давайте я угадаю, попробуем. Предположу, что Topical Science. Привет, хорошо, рад тебя видеть, располагайся. Вы же Рин Шварцер из класса инструктора Валлиштайн. Какими судьбами? Можно минуту вашего времени? Я уверен, что он обучает политике и экономике. А, значит, макроэкономика. Это значит... Вы, случайно, не знаете эту книгу? Рин показал Ген и Хайнриху копию анализа макроэкономики. Так получается, что именно эту книгу я заказывал в книжном магазине, но почему она у вас? Подожди, так не говорите, что испорчены, что Вальштайн заставила вас стать грязным вором. Вы оба крадете собственность Академии, не так ли? Доставка Академии, точнее, макроэкономический анализ. Да, возможно, макроэкономический анализ-то вернее. Ты так не ответил на вопрос о вайфу? Но это провокационный вопрос, да, Марик, я не буду на него отвечать. Шучу. Отвечу позже. Подождите, дайте я объясню. Рин аккуратно успокоил... Господи, проректор Гейнрих, и объяснил ситуацию, протянув ему книгу. Понятно, позволь мне извиниться за то, что сомневался в вас так, с такой готовностью и так... Vehemently. То он был задан, алё. Так страстно сомневался в вас. Но это поднимает еще один вопрос. Ваш отец барон, не так ли? Тогда почему, позвольте поинтересоваться, тот, рожденный с благородной кровью, будет заниматься подобными низкими делами? Что именно вы меня спрашиваете? Я не хочу отрицать рабочую этику или важность студсовета. Но у аристократов есть свои роли, а у простолюдинов свои. Я бы просто хотел, чтобы вы имели это в виду. Понятно. Более того, у вас могло быть очень яркое будущее, ну, светлое будущее. Попробуйте, постарайтесь, чтобы влияние инструктора Валлиштайн не запятнало его. Вот и все, можете уходить. Спасибо вам. Должно быть, он самый въедливый член преподавательского... Возможно, самый... Ну да, член преподавательского состава в Торсе. А уж то точно. Не знаю, но еще личико надо смотреть. О, господи. О, господи, какой кошмар. Правда, я, да? Какой ужас, фу. Какой кошмар, господи. За шо? А теперь поднимемся на второй этаж. Фига тут народу. О, Юсис, дороу. Планируешь провести сегодняшний день, гуляя по кампусу по заданиям студсовета? Ты странный, по крайней мере. Уж кто бы говорил, ну, может быть, захочешь присоединиться ко мне? Еще одно ха-ха, замечательно.
Боюсь, что вынужден отказать. В том случае, если быть маленьким побегушком тебе нравится, то, по крайней мере, делай это с компетенцией, соответствующей знатному человеку. Конечно. Рин и компетенция. Простите. Наивный домарик. Единственная анимешная вайфу на этом стриме — это я. Простите. Похоже, что духовой оркестр готовится к годовому выступлению. И только думаю об этом и уже восхищаюсь. У нас есть свой практический экзамен и метёрмы, с которым нужно разобраться перед этим прочим. Столько всего нужно сделать, и такое ощущение, будто наше время подойдет к концу, и мы этого не заметим. Надеюсь, мы выдержим все это. Минт? О, флейта. Я бы сказал, что держишь ее неправильно, но... Но лучше, наверное, этого не делать, да? Потому что эта флейта может оказаться в не очень... В еще более неправильном месте после этого. I was practicing my flute and it kind of broke. Just a part of it. I stuck it right back on. So it should be okay, right? Right? Nope. I knew that the clubs here were pretty serious, but I was still surprised when I heard we were going to perform. I suppose it's nice to see that the wind orchestra holds its members to the academy's high standards. I wonder if Alan would come along if I invited him. It's a wind orchestra tradition to hold a concert every summer. If the new recruits keep getting better, I think this year's could be the best one over, ever. Well, I guess we'll just have to practice enough to make sure it happens. Так, а вам какая книжка может пригодиться? Modern Art, видимо. Ну, здравствуйте. У вас есть вопрос ко мне? Да, у вас есть время. Сутер Мэри обучает искусству. Что такое хоумиси? Тевер не поставили. Упс, сейчас исправим. Момент. Что-то я не подумал об этом. Хоумиси. Что такое хоумиси? Сейчас мы попробуем перевести это, поискать. Хоумиси. А, домашняя экономика, типа домохозяйство, возможно. Как это правильно называется-то? Не домострой, нет, конечно же. Чем это вообще? 1, 46, 35. Поехали. Домоводчество, ну да. Осторожно, Твич может забанить за то, что гнешь людей, сросшихся с флейтами, будет позитив. Она не срослась, в смысле, я вообще не к этому, не на это обращал внимание. Я обращал внимание на то, что флейты обычно держат у губ, а не просто в руке еще вот так вот. Опасно для флейты, ее сломать можно, что она, собственно говоря, и сделала. Но лучше об этом не говорить, потому что можно получить эти флейты по одному месту, и, в общем, да, не будем продолжать эту тему, ребят. Вы случайно не заказывали давно эту книгу? Рин показал Мэри копию современного искусства, полное собрание. О, да, действительно. Ну, у вас есть... Но ну, по какой причине она у вас? Ну, забавно, что спросили. Долгая история. Рин объяснил ситуацию инструктору Мэри и передал книгу. Понятно. Очень ответственно с вашей стороны. Да вовсе нет. Я просто делал то, что меня попросили. Ну ладно. Не нужно так скромничать. Кого-то она мне напоминает... Мейбл, она мне напоминает Мейбл. Если помните, кто это такая, конечно же. Но нужно было сказать об этом раньше. Но спасибо за то, что потратили время и принесли мне непосредственно книгу напрямую. Я думаю, что книга увеличит качество, повысит качество моих занятий. Вы поможете сделать моих студентов счастливыми. Это очень льстит мне.
Я обратил на это внимание, но не стал обращать это внимание фиалы вслух, я, по крайней мере, имею в виду. Не тот случай, имха. Последний инструктор, который может взять книгу наверху, что ли, где-то на руфтопе? Да, реально, лол. А, ну да. Логично. И что мы одобряем? Ну да, Topical Science, похоже. Окшот Макаров. Инструктор Макаров. О, Рин, да? Чё нужно? Немножко вашего времени, если можете потратить его на меня. Макаров преподает естественные науки и Orwell Engineering, потом, возможно, это его книга. Мы заказывали это в... книжный магазин недавно. Он показал инструктору Макарову выпуск лучшей науки. Тематической науки, наверное, да. Да, у меня подписка на этот журнал в книжном магазине. Но почему она у тебя? Ну, вот как что, как все дела обстоят. Я объяснил ситуацию, да-да-да. Ну, тогда ладно, спасибо. Между школьной работой и... Ну, учитывая то, что тебе нужно учиться и делать... и помогать тут совету, должен быть ты занятой парень. Но отрицать этого не буду. Сменим тему, нет, что ли. Не возражайте, если я спрошу, что вы здесь делаете. Вопрос до сих пор не закрыт. Тамарик, ты прекрасно знаешь ответ на этот вопрос. Избегаю все мои учительские обязанности. Разве не видно? Верно. Глупо с моей стороны. Есть некоторые вещи, которые не стоит говорить в лицо своим трудящимся студентам. В общем, это круто. Я делаю ровно столько, чтобы меня не увольняли. Лол. Стоит попробовать это как-нибудь и тебе тоже. Без обид, но я думаю, что ты работаешь слишком усердно. Сегодня твой свободный день, и тебе нужно немножко отдохнуть. И весь этот тяжелый труд уничтожит тебя, если ты не будешь отдыхать. Это резонно. Оу. Я не ожидал этого от него. Полагаю, что он действительно заботится о своих студентах. В некотором степени. Ну, слушай, спасибо, что ты занес мне журнал. Увидимся позже. Наверное. Спасибо за ваше время. Ну, все 5 книг я доставил. Лучше отчитаться Кейнсу. Давайте по квестику сходим. Да, вот еще. Информация М5 уже официальная. Ну, относительно, скажем так. Прошу прощения, меня послал сюда второкурсник по имени Кляйн. О, должно быть, это тот, кто его заменяет. Как заботливо с его стороны найти замену. Вы свободны, чтобы поучиться с Эмилем сейчас? Да? Да, конечно. Ох, спасибо вам большое. Я проведу вас в его комнату в таком случае. Ну, повторю, представиться. Меня зовут Рин Шварцер, и я первокурсник и член 7 класса. Приятно познакомиться с тобой. Взаимно. Ну и с чего же мы должны начать? Мы должны сегодня пройти Орбал науку, верно? Верно. Я уже подготовил учебник. Думаю, мы только заняться Ноэль. Не то, чтобы ее раньше не было, Дамари, хотя... Она была не настолько многополигональной, давайте так говорить об этом. Страница 40, да? Начнем мы сфокусируемся больше на исторической стороне вещей. Да. На всякий случай, Кляйн и я уже освоили начало Орбал революции в прошлый раз.
Она действительно заслуживает название революции из-за того, что изменила жизнь всех так быстро. Я уверен, что вы знаете ответ, но давайте-ка быстренько освежим все это в памяти. Как долго протекала Урбл-революция? А, точнее, как давно прошла Урбл-революция? Наверное, 50 лет назад? Ну, с простого начал, понял. Началась примерно 50 лет назад. Ну, сейчас 1204 год, началась в 1150, 54 года назад, если быть более точным. Звучит так, будто это все знают. Впрочем, стоило ждать этого, что достаточно умный, раз уж вы студент Академии Торс. Я бы не стал предполагать это настолько легко. Продолжим. Знаете ли, кто изобретел Орбанты? Эпштейн? Это должен быть профессор Эпштейн. Кстати говоря, это был 1155 год, как раз за год его смерти, когда под Эпштейна был сформирован его умелыми учениками, последователями. О, не ожидал, что услышать все это. Вы действительно впечатляете. Но это неправда. То, как я объясняю вещи, возможно... Из-за того, как я объясняю вещи, все, возможно, кажется немного более сложным. Кстати, знаю таких преподавателей, такое действительно, они могут объяснить очень простые вещи, очень сложно. У меня в универе была пара таких. Как бы, они реально очень классные преподы, на самом деле. И как бы если, ну, скажем так, задавать вопросы более конкретно, они действительно объясняют очень классные, понятные. То есть реально они могут объяснить очень крутой материал. Но временами вот бывает так, что вот вроде что-то очень простое объясняет так, что как-то, знаете, как грубо говоря, есть такая поговорка «ехать в Питер через Владивосток», вот примерно вот таким макаром. И это было очень неприятно, скажем так. Потому что когда ты садишься потом дома и типа проговариваешь этот материал про себя, ты понимаешь, что, блин, это просто проще пареной репы, но когда тебе объясняют его вот настолько странно, это действительно вызывает ступор. Так что не надо так делать. Но другое дело, что ты не всегда понимаешь, что это действительно так, так что, ну... Что еще можно сказать? Ну, судя на то, что сегодняшний план это повторить эти... пойти дальше этих тем, а эти просто повторить. И после этого мы должны попробовать разобраться со всем до 1780 года по сифианскому календарю. Ну, звучит неплохо. И вот и все. Ты смог это все усвоить? Да, должно быть неплохо. Хотел уже заметить, что я удивлен. Сложно поверить, что компания настолько огромная, как Рейнфорд. Рейнфорды раньше пользовались единственной фабрикой. Так оно и есть. Революция привнесла огромные изменения повсюду. Но можно сказать, что именно трансформация фабрики Рейнфордов в такую огромную корпорацию — это одно из величайших изменений. И я должен согласиться с тем, что это сильно повлияло на Зимурию. Кстати говоря, я хотел спросить. А на чем специализируется компания Рейнфорд? Корпорация, ну да, фабрика Рейнфордов. В этой книге это не упоминается. Но... Weapons like guns and artillery. Оружие, да. Мы точно помним. Они специализируются на создании оружия. Вроде оружия и... Ну да, оружий, пистолетов или артиллерийских орудий. Фабрика существовала долгое время, и даже я даже слышал, что она занималась похожим в средние века. Невероятно. Спасибо, что рассказали мне. Я удивлен, насколько широк у вас кругозор. Я просто делал мою работу. О, похоже, сегодняшнее занятие окончено. Ты не возражаешь, если я уйду? Это хороший момент, чтобы остановиться, так что да. Было приятно быть вашим учеником сегодня. Спасибо, что подменили Кляйна. Похоже, что Эмиль много научился сегодня. Он классный учитель. По сути, я бы даже, возможно, оценил его на том же уровне. Ну, я, возможно, могу поставить его в одну линию с Кляйном. Хочу за честь. Спасибо, игра, спасибо, да. Я знаю, что мои познания в лоре игры, в твоем лоре достаточно обширны. Спасибо, спасибо. Мне, правда, это очень льстит. Я рад видеть, что он счастлив. Ну, что ж. Вам нужно что-нибудь подарить? О, вау! Фига!
Нормального зарплаты, я смотрю. Спасибо. Стоп, Мира? Не могу это принять? Почему нет? Обычно людям платят за их работу. Ну, наверное. Для меня это не очень похоже было на работу. Но думаю, что отказать будет неприлично. Ну, если вы наставите, спасибо большое. Тогда пожалуйста. Женщина, почему у вас синяки под глазами? Вы мало спите? Почему? Что у вас происходит? Первый заработок рынок. Всегда это реально первая денежная награда за квест, лол. Я очень рад, что вы заменили Кляйна. Спасибо. Ебабло. Деньги, деньги, денежки, денежки. Ладно, это был перебор, я знаю. Ну, похоже, что вы справились со всей доставкой. Вы очень помогли, спасибо большое. Игра хвалит не тебя, игра хвалит Трина, просто тебе повезло выступить роль такого классного протагониста. Да, наверное, ты прав. Всегда счастлив помочь. Вот, мне хочу дать тебе кое-что в качестве благодарности. Может пригодится. Пойдет. Я думаю, что пригодится. Большое спасибо. И вновь я не могу выразить, как сильно благодарен. Ты будешь первым, кого позову, если когда-нибудь нужна будет еще помощь. Я всегда рад помочь. Увидимся позже. Ал! That was easy. Ну что, могу сказать, что, кстати, мы за 2 часа справились, в принципе, со всеми неписями и со всеми квестами. Остается только, собственно говоря, основной квест. Она мне кого-то напоминает. Не буду понять, кого. А, одну из ведьм из Little Witch Academy, точно. Со странным цветом кожи. Нестандартным, скажем так, цветом кожи. Не странным, просто нестандартный. Непривычный. У нее... Она язык показывает? Чё так похоже на Линду? Типа, ну, типа, серьезно, она очень похожа на нее. Или они сестры? Цвет глаз одинаковый, цвет волос одинаковый, волосы практически одной длины. Они сестры-близнецы, что ли? Все равно начал подозревать. А еще почему-то у них... Практически у единственных студентов, у кого это... два дополнительных этих места под профайлы, а не два, как у остальных. Как же дико обломался квест. Ну, сорян, ребят, я довольно наблюдательный, если не заметили. Блин, у него такой классный аватар, господи. А что не так? Что, я что-то пропустил, что ли? Здесь все правильно. Здесь все правильно. Это только вечером будет. Человек в очках. Да, он очень подозрительно похож на этого. Я бы сказал, как его зовут-то, господи. На археолог, господи, на Васьму он похож, короче, да. Человек подарит Макиас особенно. Ну, Макиас, да. Не спорю. Не, понимаешь, Макиас не милый очкарик в очках. Милый очкарик в очках. Да, Макиас не милый очкарик, а Томас милый очкарик, потому он точно стоит подозревать. Вот это точно не злодей. Ну, его подают как злодей, но не злодей. Это очевидно наш антагонист. Ну, понятно же. Скрытый, правда, антагонист. Кого еще можно подозревать? Джорджа можно подозревать, потому что он будет антагонистом когда-нибудь или сейчас, я не знаю. Тоже милый, тоже в очках еще и толстый.
А мы знаем, что толстого очкарика точно надо подозревать. Спасибо тебе, Ау, за это. Ну, вообще, само очарование. Ну, вот Това 100% какой-нибудь скрытый инь или еще что-нибудь такое. Дороти подозревать точно не стоит. Она не милая, совсем не милая, но... Ее хотят бы давать зло, но мы же знаем, что так это работает, верно? Ладно. Хватит аутировать, погнали в эту... В Old School House. Наконец-то. Кстати! А там колокол висит. Я, конечно, понимаю, что вряд ли это как-то связано с Кроссбеллом, но... Но, тем не менее... Почему-то после Кроссбелла меня все колокола вызывают некоторые эти подозрения. Ага, Винсент это Блю Бланк. Винсент? А. Даже не похож. Колокол, ну все, кранты в школе. Вообще не похож на Блюбланка. Ни разу. Так, слушай, единственное... Прости, сирал, снижай внимание, прикованный к Рине, чтобы обращать внимание на всякие колокола. Кого-то позорил вклад 7-7. Рина, конечно же, Ники. Конечно же, Рина. Нет лучшего способа сделать протагониста главным антагонистом игры. Это же такой плот-твист! Вот, ну, кстати, по поводу рыбалки, ребят, сериал про Книгу Берсерка, ага, там колокол висит. Не, ну это не считается. Хотя, короче, вопрос по рыбалке. Мне дадут новую удочку в течение данжа или нет? Потому что если дадут, то... или удочки получаются только за новые ранги. Просто, блин, тогда получается довольно тупо, потому что я не могу получить новую удочку, пока я не посещу, получается, новую локацию. То есть мне придется сейчас... Сейчас пойти порыбачить везде, где можно. Просто выловить всю рыбу для ради очков. Вот. А новую удочку получать уже получается в третьей главе, да, так получается? Потому что я только. Ну, я только на филд стаде смогу получить новую удочку, скорее всего. Ну, типа, выполнить условия для новой удочки, грубо говоря. Вот. Только я понимаю. Зачем нужно значительные этажи? Кстати, да, тоже верно. Вот ты сейчас взял и спалил про спалились уже трех хаток. Ну, слушай, это разве было не очевидно? Это игре есть смысл рвачи божного раза на одном месте. Ну, только разве что ради очков, да, Марик Хашмал уже говорил. Ну и сейбет лишним не будет, как бы, дополнительный. Просто пытаюсь максимально рационально использовать возможности к рыбалке. Вот и все. Так это назовем. Блин, да свой край тебе ведь располагайся. Да не то, чтобы мы еще даже по сюжетам и квесту не пошли. Ну, раз сейчас начнем. Е-е, данж. Ну, зато был довольно с небезьем, все закончили, и все квесты. Yes. Get туда. Не могу сказать, что было что-то сверхинтересное. Хотя Бодинг с Сарой был прикольный. А еще Сирал опять ударился в киски паранойю.
держит. Господи. Чатик, вы сегодня превосходите сами себя. Yes, get туда. Вредно все держать в себе, Никен. Очень вредно. Аккуратнее надо быть. Так и кончиться можно. Сервисорин для здоровья. Соре! Вредно, когда меня поддерживают в чате. Мыслят на одной волне. Крабстер. Нанда куре. А что тебя удивляет, Рин? Хорошая рыба. Брехня в кисть, когда сделаешь, что не победим. Yes, get туда. Ты перестаешь сдерживаться. Значит ли это, что Ариан Рот в Ауно Кисики сдерживалась? Соре! Или наоборот, не сдерживалась? Сложный вопрос. Yes, get туда! Здесь все лет сдерживается. Предположительно. Маз-маз-да-да. Кстати, мы 4 раза рыбу поймали. По идее, мы новый ранг нужно получить. Нет. А как тогда мне новый ранг получить? В смысле? Я 4 рыбы разные поймал, чувак. Мне должны новый ранг дать. Или его не за 4 раза рыбы дают. Сейчас, где там мой гайд по рыбалке? А, 6 рыб надо поймать. Фу ты, господи. Тогда да, тогда все правильно. Ну ладно. Ну, погнали, чё. Кстати, пизду на регенерировано. Ура, данж.